Куда ты собралась? Вы знаете, куда идти? Куда вы знаете? Давай. Вы тут были уже не раз? А сколько? Я точно не помню, но я 3 раза выиграла 3-е место и 1 раз выиграла 2-е место. Это вы столько раз уже участвовали? Да. Нет, еще сколько-то там. Еще сколько-то там. Но я не помню точно. Вот наш велогонщик сегодня уже поучаствовал. Видите, теперь вот носить надо. Самый первый велогонщик с конца. Да, Матюша? Занял 1-е место с конца. Так он не понял, что он на соревновании. Матюша? Он еще до сих пор не понимает. Эх, Матюшка, Матюшка. Вот и пришли. Ага. Наша какая по счету велогонка? Ой, я уже не пересчитаю. Уже медаль, по медалям там можно считать. Это медали вроде уже растирались. Да нет, вроде бы. Так, майки вижу. Вот здесь велогонка. Все нормально, все нормально. Ще ніхто не уїх, не поїхав далеко. Нас доганяємо вперед. Молодець! До нас і зараз на фінішне коло будуть виїжджати учасники під номерами. Номер 271 вперед, 73. 228, ще одне коло. 266 вперед. 233, 67, 70, 72. Молодці, вперед, вперед. Останні метри дистанції, фінішний поворот, підтримка, останні метри, боротьба, 71-й, 73-й, фініш, молодці, останні метри дистанції, фінішний поворот, і зустрічаємо номер 233, фініш, фінішний поворот, а батьки які раді, супер. І боротьба, номери 28 та 67, фініш, 272, фініш, 266, фініш, фінішний поворот, і останній метр, номер 260, фініш. Будь ласка, на трасу вже, хлопчики, не їдьте, а їдьте на нагородження. Ще буде. Це зараз велогонка. Сейчас вот дети ездят на велосипедах. Это велогонка тут. Парк Сирен. Тут я точно помню. Я тоже тут буду участвовать, только не сейчас. Я еще тут не участвовала, но мне нету медали. Даже. Тут круг надо проехать, только 2 круга. И надо 2 круга ехать. 2 круга. Вот они снова 2-й круг проезжают. Вот они едут, едут. Едут. Да, такой красивый мальчик, а сзади, а позади. Ну вот, тут финишный поворот. Вот это финишный поворот. Туда надо дальше чуть-чуть пройти. Там финишные повороты будут награждать.
И вот сейчас последний сейчас проедет. Ну все, до свидания. Дівчата, два кола, все як завжди. Я підняв руку і розпочинаємо. На старт! Увага! Руш! Давайте ще останні метри.
да. Молодцы. Держи это грамотно. Родители, вы правильно делаете, вы интуитивно как-то хлопаете, но не смело. Немножечко больше уверенности. Номер 299. Маргарита. Где у нас Риточка? Мы тебя поздравляем. Держи, это твоя заслуженная грамота. Медаль, подарки. Ты рано уходишь. Мы пока тебя вот не нагрузим, так чтобы ты еле-еле шла. Мы тебя не отпустим. Номер 300. Екатерина. Катюш, мы тебя поздравляем. И держи подарки. Номер 293. Анна. Где у нас Анечка? Только так. Улыбаться. Девочки должны улыбаться. Давайте выглядеть красиво. Поняла? Улыбаемся. Подожди, только не уходи. Подарки еще. Давайте похлопаем Анечке. О, боже, что с вами делали целый день? Кушать не давали. Вы прям тут, не знаю, объехали всю гонку. Куда бы вы выехали? Номер 301. Алена. 301. Это ты. Мы тебя поздравляем. Третье место. Номер 208. Степанида. Мы тебя поздравляем. Третье место и бронза. Номер 304. Майя. Знакомые лица. Второе место. Поздравляем тебя. Номер 302. Екатерина. Первое место. Катюнечка, молодец. Так, давайте так. Я помогу, держу. А ты поднимай подарки. Я держу велосипед. Держишь? Маечка, держи велосипед. Давайте еще раз похлопаем громко-громко нашим победительницам. Посмотрим, какие они красивые у нас. Давайте их уже поздравлять быстрее. Ну, кто первый поздравляет? Обнимать, целовать. Скажите что-нибудь. Я очень счастливая, потому что я выиграла второе место. Вот. Это ваше счастье? Да, Малкову бросил. Не, ты же два раза же не можешь ехать. Такое место. Поздравляю. В следующий раз постараюсь первая. Девочка-то тоже очень хорошо ехала, да? Так что? В следующий раз первая будет. Не зря вы бегаете? Не зря. В следующий раз первая, наверное, будет у меня. Будете продолжать бегать? Да. Хорошо, это будет. У меня такая годная медаль первый раз. Ага. Большая. Большая. А у меня три раза. А знаете, я первая поехала. Да, мы знаем. Покажи, какая у тебя медаль красивая. А покажи, что у тебя там сзади. Ой, ничего нету. Ты уже давно участвуешь в гонках? Да. Уже много раз? Я второе место выиграла. Видишь, ты в прошлый раз с той же девочкой соревновалась. Да? Да. С этой же, да? Она опять тебя обогнала. Да ты что, разрезанная, да? Да. Ну и что? Небольшим отрывом тебя обгоняет. Так оно тоже классно ездит, правда? Ну и что? Пусть всю жизнь будут вторыми места, ну и что? Не, ну вы молодцы, вы были так на уровне. Да, оторвались от всех. Да, вы прям так вообще уехали, так